Добрый день, меня зовут Анна Васильева, я практикующий психолог, музыкант, искусствовед, выпускница Европейской школы психологии, и я хотела бы выразить свою глубокую признательность школе и ее основателю Кристине Кудрявцевой, поделиться своим впечатлением от обучения. Я прошла основную программу подготовки профессиональных психологов, также дополнительные курсы. Конечно, планирую продолжать сотрудничество, не останавливаться на достигнутом, расширять свои знания, в том числе на базе школы. Я попала в один из первых потоков, когда школа была еще относительно небольшой, и там царила такая атмосфера артели, где передача знаний происходила напрямую от учителя к ученикам. Кристина была нашим мастером, гуру, делилась своим опытом, знаниями, навыками, секретами. И процесс обучения был очень живым, увлекательным, терапевтичным. Собственно, работа шла не только на уровне теории и практики, но и на уровне собственной психики. Кристина учила нас быть стабильными, психологически устойчивыми, уметь переносить хаос, неизвестность и так далее. Обучение построено очень просто, вместе с тем эффективно. Психолог – это практическая профессия, и большое преимущество школы в том, что практика начинается с первых дней обучения. И уже на нее нанизывается теоретическая информация и закрепление на мастер-класс. Такой подход очень удобен и эффективен, потому что в профессии психолога, собственно, ее суть – это работа с живыми, конкретными людьми. Кристина делится знаниями из своей богатой практики, дает знания о важных тенденциях в современной психологии, но не дает шаблонов, рецептов и всячески призывает вырабатывать свой стиль. И это здорово, потому что действительно все мы разные, у каждого свои сильные стороны, и клиенты к нам тоже приходят разные. Двух одинаковых не бывает. Поэтому в первую очередь Кристина учит быть восприимчивым, гибким психологом, отзывчивым, психологом, который умеет слушать, который умеет дать пространство, пробудить в человеке творчество. На данный момент я ежедневно веду сессии, очень люблю свою работу, своих клиентов, радуюсь переменам в их жизни. Они тоже оставляют теплые положительные отзывы. И для меня это о том, что я выбрала очень хорошую школу для обучения, где меня научили как надо. Помимо сессии, я недавно начала вести свой видеоблог, посвященный кино. На это меня тоже вдохновили занятия в школе, потому что там есть работа с киноматериалом. И в моем случае это вылилось в целый индивидуальный проект. Ну, планов много. В дальнейшем я планирую вести также блог. Продолжаю заниматься музыкой, пишу альбом. Ну, в общем, все здорово. Психология лучше раскрывает меня как музыканта, музыка лучше раскрывает меня как психолога. И хочу сказать, что Кристина сама профессионал, который непрерывно растет, который постоянно осваивает новые знания, новые скиллы. Для меня это важно, потому что это очень заразительно, и это передается ученикам. Формирует такую хорошую привычку жить в развитии. А значит, быть всегда молодым, здоровым и востребованным. Профессия психолога сегодня очень нужна. Это чувствуется. Чувствуется сильный запрос, потребность людей в психологе. В то же время люди подкованные, сами много в чем разбираются и довольно быстро могут отличить профессионала от любителя. Поэтому замечательно, что школа это учитывает и дает все необходимые инструменты для успешной практики. Еще раз спасибо Кристине Кудрявцевой, нашему администратору Наталье Ветчинниковой, нашей фее, благодаря которой в нашей школе все хорошо и удобно организовано.
коллегам, однокурсникам, коллегам по моей малой группе, с которой мы продолжаем работать вместе, и всей Европейской школе психологии. Спасибо, что вы есть.